Астана на ваших экранах. Здравствуйте, новости столицы, о которых интересно узнать всем в следующие 5 минут. Сегодня в выпуске. За год в Астане 22 человека погибли при пожаре. Не бросайте мам и деток. В Астане действует кризисный центр для женщин. А также неповторимый шедевр от монументалиста. За год в столице произошло 730 пожаров, в которых погибли 22 человека, из них 10 детей. Кроме того, среди них было 6 крупных пожаров с площадью горения более 300 квадратных метров. Личный состав противопожарной службы спас 124 человека. Кстати, выезжать на тревожные вызовы в ушедшем году пришлось реже. Количество вызовов в сравнении с позапрошлым годом стало на 20% меньше. Кстати, столичные пожарные выезжают и за пределы гарнизона. Приходится выручать в чрезвычайных ситуациях в радиусе 50 километров от Астаны. Скрининг такой доступный и незагадочный. Сегодня во всех поликлиниках города можно пройти бесплатное обследование на выявление наиболее распространенных и опасных заболеваний. В прошлом году спектр заболеваний, включенный в перечень скрининговых программ, стал еще шире. Введены новые виды обследования на раннее выявление рака пищевода и желудка, рака печени и рака предстательной железы. Правда, бесплатный скрининг проходят представители определенных возрастных групп. Разобраться, куда отнесетесь вы, можно, например, на сайте Центра формирования здорового образа жизни ЗОЖ. В Астане по предварительным итогам прошлого года, например, среди женщин в возрасте от 50 до 60 лет, которые должны были пройти обследование на рак молочной железы, патологии выявлены у каждой четвертой. У каждого десятого ребенка в возрасте до 17 лет на профилактических осмотрах нашли отклонение, и 6% среди целевой группы оказались инфицированы вирусными гепатитами В и С. Целью скрининга является раннее выявление заболеваний со стороны с целью профилактики болезней системы кровообращения, с целью профилактики раннего выявления сахарного диабета. И кроме этого у нас проводится профилактика и раннее выявление вирусного гепатита В и С. Все эти профилактические медицинские обследования проводятся бесплатно. Не бросайте мам и деток. Тем мамам, которые бросают новорожденных из-за своего низкого благосостояния, Управление занятости и социальных программ напоминает, что эта даже не работавшая до декрета мама имеет право на пособие из республиканского бюджета. Оно выплачивается до тех пор, пока ребенку не исполнится год. Это 5 МРП или 10 тысяч тенге на первого ребенка. Если с учетом всех выплат семья все равно окажется малообеспеченной, то управление назначает адресную социальную помощь или пособие семьям, имеющих несовершеннолетних детей. Также есть кризисный центр для женщин, пострадавших от бытового насилия. Тамошние психологи стараются связаться с родственниками и помочь маме наладить отношения с родными. Часто в таких случаях родня принимает маму и ребенка, даже если изначально все были категорически против рождения малыша. Звучность колорита и броскость формы. В Музее современного искусства открылась персональная выставка Султана Иляева «Повторение». Автор, главный художник города Шымкента, представил 38 своих новых работ, созданных в последние 2 года. Вообще, в творческой биографии Султана Иляева большое место занимает также монументальное искусство, дизайн и мозаика, оформление больших пространственных зон. Например, он работал над комплексом Хан Курган, памятниками Ахпан Батыр в Шымкенте и Кабанбай Батыр в Туркестане. Композиции строю из числа таких это символов, которые присущи нам, казахам вообще. Это вот земля, небо, вода. Там, например, землю я могу через лошадь там передать, там, или воду через рыбу, там, речь. Вот. А в общем строится корень всех моих композиций – это символы. Например, если вот кобус там с добрую, я уже, значит, какой-то философии народной такой обращаюсь. Пять минут в день, 5 дней в неделю мы рассказываем вам о самых интересных событиях столицы. Не пропустите новые выпуски в эфире телеканала 24 KZ. До встречи!